вот где хорошей собаке можно вдоволь покрасоваться? Как найти такое место, где показывать зубки совсем не запрещается, а даже наоборот приветствуется? Конечно, на выставке. И судя по названию, Калужское созвездие. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших собачьего мира. Сегодня выставка очень престижная и для нашего города, и вообще для России. Выставка международная, ранга ЦАЦИП. Здесь даем мы титулы нашим собачкам, участникам, кандидат в международный чемпион красоты. Судят выставку очень высококлассные эксперты. Выставкой собак в Калуге уже никого не удивишь, но сегодняшняя отличается одним только количеством участников – более 400 собак. А также размерами, окрасами, характерами. Одни гордо и четко вышагивают, как опытные топ-модели по подиуму, другие рады бы затеряться среди человеческих ног, а вот третьи выглядят намного спокойнее своих хозяев. Участие в такого рода выставках – дело непростое. И громадины, и маленькие карманные собачки перед жюри дрожат одинаково. Главное в этот момент – сделать шаг вперед. А далее, как репетировали – грациозная пробежка, улыбка во весь оскал, измерение модельных параметров. И хоть они всего лишь собаки, но правильно подать себя умеют. Собака-телохранитель. Ну, в принципе, да, они очень коммуникабельные, и в семье они не выбирают лидера, они любят всех. Очень миролюбивый, нет, он не боится, наоборот, он очень общительный. Она очень хорошо себя чувствует, ей все равно здесь, ей бы поспать, поесть и все. Нелегко приходится судьям на таких больших мероприятиях, и дело даже не в количестве животных. У каждой собаки свой характер и настроение. Ведь не всегда из четырех лап встаешь именно с нужной. Человеку в этом плане легче. Выбор с утра в два раза меньше. Несмотря на волнение, участники не посрамили своих пород и хозяев. И калужские собаки на фоне соперников выглядели достойно. Калужане в юниорах очень хорошо выступила. Девочка, немецкая овчарка длинношерстная, великолепно показала. Кобель во старшем классе длинношерстный очень хорошо себя показал. Первое место заняли две собаки. Вот в классе маленьком, в классе бэби, это девочка из Нарофоминска. Очень хорошая девочка. Две собаки в классе щенков. Эти собачки у нас из Подмосковья. Очень хорошо тоже получили они. Вот. Ну а дальше посмотрим, что будет на международной выставке.